И мы продолжаем играть в Майлза Моралес. Сейчас мы летим, мы уже в Гарлеме находимся. Сейчас мы летим домой к Майлзу, то есть к нам. Мы же за него играем. Переодеваться слишком холодно. Ой, у меня джойстик там вибрирует. Неплохо. Можно осмотреть. Хорошо, что Ганки приехал на пару недель. У нас столько работы с паучьим снаряжением. Наброски для костюма. Только бы мама не увидела. Так спрячь это! Чё она лежит на самом видном месте возможном? Мы с Питом ходили. Он в конце просто рыдал. Да и я тоже. Театр Руби представляет. Любовь, печальная история, БР. Дневной спектакль, 15 апреля, начало в 14:00. А, там пусто. Боже! Этот телек старше моей бабушки. Он бы сейчас как песок развалился бы. Переезд будто никак не закончится. Это все еще бабушкина квартира, а не наша. А бабушка где? Ха, выпуск из средней школы. Давненько я не видел этих двоих. Рик и его лучшая подруга Финна. Поздравляю, Майлз и Финна. Вы надерете старшей школе, сами знаете что. Рик. Ну, это тот самый старший из них. Бородатый. Интересно, над чем работает Ганки? О, спит на нагон. Пусть закончит. Хочу поиграть. Да он какой-то, как называют, айтишник. Программист. Игра у него прикольная. Надо дособирать бабушкины вещи и отправить в Пуэрто-Рико. И, кстати, если вы смотрели фильм «Шан-Чи. Легенда 10 колец», пишите на в комментариях, насколько он вам понравился. Мне на 9.5. Хороший фильм. Что случилось? Сейчас поистить. А, кстати, факт о Шан-Чи. О, какая анимация. Прикольно. И там был блогер. Да, конечно. Навыки полезная штука. И возможно, Marvel создаст ему аккаунт, и да типа там будут трейлеры фильмов. Нихо, красавчик. Спасибо, мам. Я кое-кого позвала. Ты можешь прибраться в квартире? О! Может, включишь музыку? Праздник же. О, Надя. Серьезно? Куратор компании в сочельник? Завтрашний митинг сам себя не спланирует. Спасибо за уборку, Михо. Алло? Да, Надя, мы уже получили разрешение на завтра. Можно там подслушать что-то? 15 лет в Бруклине и не пятнышко. А потом переехали в Гарлем. Символично. Да мы ведь вроде подписали все бланки. Нет? Ой, это никогда не кончится. Таинственный гость, дядя Аарон? Секундочку. Ты же знаешь, я не хочу его тут видеть. Я просто думал... А, проехали. Поговорим об этом позже, ладно? Надя, я тут. Как будем еще... Михо, вообще предполагала, что ты дождешься ужина. Да, мам. Что-то там да, хотел конечно. Штырить. Что-то они там болтают о чем-то. О том, как им деньги зарабатывать в новых районах. Пластинок нет.
Мам, а где папин винил? Наверное, в моей спальне. Спасибо. Что он сказал? Нет, не может. Стоп, сюда можно? Нет. Ну, здесь простая ванная. Можно на унитазе посидеть? Можно помыть? С тех пор, как я стал супергероем, в душ хожу в 3 раза чаще. О-о, мне даже как-то не верится. Ага, работает. А чё, может не работает, что ли? Похоже, мама тоже еще не разложила вещи. Видно, что обои выбирала бабушка. Мама 1000 таких заказала, потому что в статье было написано про папу. Кто такой Человек-паук? Если б ты только знала. А это что? Во время переезда перепуталась. Старое папино дело. Кто такой бродяга? Интересно, папа поймал его? Я с того случая в ратуше их не трогал. Папин любимый. Каждое воскресенье включал, пока делал кофе. Стоп. Смотрите, а если вперед? О-о-о! Бабушкина сальса! Мама с папой знатно под нее зажигали. Положить. Включим все же папин любимый. А этот дядя Аарон, кажется. Папа никогда его не ставил. Но ведь и не выкинул. Значит, давайте возьмем папина любимое все же. Так, вперед. Нет, назад. Взять, изучить. Взять. Сейчас там оттуда достанем диск. Еще немного походим. Хотя... Хотя нет. Кислота, кислота с отбеливанием. А ганки, кстати, где? А обычный нормальный отбеливатель у вас есть? Что выбрал диджей? Лучший альбом всех времен. Идеально. Неброско? Стильно. А раньше тебе джаз не нравился? Твой папа приучил меня к нему. По закону, если мы будем на расстоянии 3 метра от здания, Роксан ничего нам не сделает. Все в порядке. Так, а что можно я еще должен сделать? Если зажжешь гирлянды, будет супер. Прости, Надя, я здесь. Она до сих пор с ней говорит. Хорошо, что дерево перенесло переезд. Ага, папа его обожал. Лучшее Рождество. Рождество в Бруклине. Помню, как он это говорил. Дверной звонок сломан уже много лет. Майлз, ты откроешь? Конечно. Мамина компания по выдвижению быстро набрала обороты. Жители Гарлема ее любят. Прошел уже месяц. Вы рады, что переехали в Гарлем? Я вернулась. Он убирает. А, я слышал, ну что-то там кислота, видимо, искал вещество, которое может это стереть. Да, мам. Хорошо, что вы переехали. Теперь до вас добраться 20 минут, а до Бруклина я час ехал. Я рада, что вы помогаете тебе. В общем, открываем. Фина? Привет. Я звонок починила. Я рад тебя видеть. Как ты? Мы не виделись... Долго. Многое изменилось. Да, это точно. Наш почетный гость пришел. Не стойте на пороге. Ужин почти готов. Фина, я так рада, что ты смогла выбраться. Спасибо за приглашение, мисс Моралес. Мы скучали, а вот он особенно. Привет. Фина, это Ганке. Мой друг из Бруклинской академии Visions. Ганке, это Фина. Мой лучший друг. Практически как ты. Ах да, вы же вместе победили на школьном научном конкурсе штата. Сделали... преобразователь энергии. Бинго! Проводка в этом здании просто кошмар. Проверю предохранитель.
Спасибо. Значит, Рождество при свечах? Клянусь, я просто починила ваш звонок. Никто тебя не подозревает. Беда. В щитке вообще нет тока. Похоже, весь квартал отключили. Сбегаю на пожарную лестницу, посмотрю оттуда. Ладно, дорогой, но осторожней. Угу. И не замерзни, типа. Что-то я очень много молчал. Наверное, вы уже забыли, что я здесь и есть. Ты другие дома видишь? На крыше люди. Туда лезть нельзя. Да, весь квартал. Надеюсь, меня тут никто не видит. Таким зрением посмотреть? Нет. Значит, ползем. Не смотри в окно. Не смотри в окно. Как думаете, Майлз там справится? Надеюсь. Тарелки с подогревом надолго наш ужин не спасут. Прям биоэлектричество может вырубить носорога. А как насчет праздничного ужина? Ну же! Какой яркий свет! Это я не продумал. Надо скорее вернуться внутрь. Отвлекай их, Ганки! Ну же, Ганки! Майлз еще не вернулся? А может, сделаем фото? Сейчас? Да, ну типа, сохранить память о хороших моментах. А может, подождем Майлза? Не, он не фанат фоток. Так, давайте-ка в точку. Готовы? Отличный снимок. Просто класс. О, а вот и Майлз. Кто голодный? Вы садитесь, я все принесу. О, какой запах. Что будет? Прям возле Роксан Плазы. Точно. А, Фина, чем ты сейчас занимаешься? Как клуб робототехники? Пришлось уйти. Но я изучаю биотехнику сама. Ботан. А, и это говорит парень, который носит галстук в школе. Эй, только по вторникам. Твой брат Рик все еще работает в Роксане? Не знаю, кто там вообще может еще работать после вашей предвыборной кампании. Вы наступили Кригеру на горло. Кстати, о кампании. Ганки, ты у нас специалист по соцсетям. Можешь там рассказать о завтрашнем митинге? Да, к полуночи будем в тренде. Иногда кажется, что это Саймон Кригер, мой оппонент. Все здесь в руках у Роксан. А отвечают они только перед акционерами. Кто-то должен бороться за права людей Гарлема. Вы прослушали отрывок из маминой предвыборной речи. А вы хотите проверить пост перед публикацией? Да, непременно. Ну, что у тебя происходит? В смысле? Да ты... не знаю. Расстроена? Не расскажешь мне? Не сегодня. Рождество же. Слушай, а ты не скучаешь по Бруклину? Ну, я... немного. То есть очень? Не. На лице же написано, что тебе тут... Нет, но я тут... я тут никого не знаю. И все время вынужден спрашивать дорогу. Подыщи приятный. Может, завтра прогуляемся? Только мы вдвоем. Так, у тебя есть время? Сейчас каникулы.
Запись. Еще неделю мне точно можно расслабляться. Ладно, спишемся. Гуляем. В смысле, ну просто так, конечно, как друзья. А ты все такой же галантный кавалер. И сейчас мы появимся на крыше здания в облике паука, нет? Майлз! Ты спишь? Да. Я сидел целую ночь и написал приложение для костюма. В нем необычная операционка, я такой никогда не видел. Но я прогнал все через дизассемблер, перевел в код архитектуру плагинов и... Ты правда снова уснул, да? Майлз! Все, встаю. Компиляция почти завершилась. Спасибо. Ну, потестим приложение? Добро, за дело. Я подключился к твоим датчикам. Это, видимо, начнем тест-драйв. Это вот так. Давай. Видно из компьютера, видимо. Сейчас, как мы видим. Все, что видишь ты. Как тебя там не тошнит всю дорогу? Много тренировок. Сосед 1.0 приветствует вас. Жители Нью-Йорка смогут звать на помощь и сообщать о преступлениях. Хороший интерфейс. Спасибо. О, смотри. Кто-то прислал запрос. Ну и туда мы отправимся уже в следующей серии. Пока!